Всем привет! Подготовка рыбки к отправке. Уедет она у нас в Москву. Значит, оранжевые пиджины, размер 5 до 6 сантиметров, тело без хвоста. Значит, рыбка питается фаршем, замороженной артемией и гранулами тетрадискус. Полученные от скрещивания оранжевого пиджина, тут есть некоторые окрашиваются уже, вот такие вот, даже как леопарды вроде бы проскакивают. Рыбка хорошо питается, живет при температуре 30 градусов. Значит, вот рыбка. Вот их папаня. Оранжевый пиджин, вот такой лобастик. Значит, и вот тут не листовики. Вот сидит их мамка. Вот такая вот самочка. Красные точки вот в белом окрасе у нее есть. И вот еще один тоже папашка их. Они сейчас у нас нерестятся. Вот такие вот у нас тут малечки. Приедут скоро своему управителю. Значит, на сутки сейчас сажаем на диету. А упаковку покажу попозже. Говори. Так, пакуем рыбу. Вот такую рыбку мы сейчас отправляем. Значит, размер рыбки. 5-5,5 тела без хвоста. Оранжевые пиджины. Вот. Можешь выключать. Так, значит, вот, собственно, рыбка. Подготавливаем к отправке. Где-то по 1,5-2 литра налили. По 3 рыбки на пакет. Пакеты мы используем 24 сантиметра шириной. Сделали двойные пакеты. Сейчас взяли кислородный баллон, будем кислородить. И для подготовки использовали вот такое специальное средство Tranquil. И следуя инструкциям продавца, подготовили рыбку. Сейчас она будет потихоньку успокаиваться. Будем упаковать и отправлять.